Так вот так вот и вышло. Короче, привет, мои дорогие друзья. Нахожусь я в клубе коллекционеров. Смотрите. Вот так очень быстро, чтобы вы лиц никого не заметили. И вот здесь уникальный, супер охеренный, только на моем YouTube-канале годовой набор. Смотрите. Тихо. Можно я, молодой человек? Нет. Вот, раз. И открыл. Все, и у вас голые монетки. Можно на них подышать, поплевать и потрогать пальцем. Короче, реальная цена годового набора на сегодняшний день 1650 гривен. Падение налицо. Как думаете? Напишите в комментариях, какая будет цена через год. Кто ответит правильно, тот будет победителем. Без приза. Просто будет чувствовать себя гордо и уверенно. А ты историю слышал только что? Нет, рассказывай. Человек взял сразу набор банки, и он сразу же вот был таким. А, крепким. Так я это и рассказываю, типа. А, я не слушаю, извините, я общаюсь с владельцем. Да, показываю, что типа вот такой классный набор. Ну, странная история с этой капсулой, непонятно. Движ Париж. В общем, вот такая вот цена, 1650 гривен, все, кайф кончился. Хотя в интернете до сих пор от 2000 и выше эти наборы стоят. Интересно, кто их покупает по две? А у меня знакомый купил по 2500 гривен 10 наборов. Вот это был прикол. С целью перепродать дороже. Когда он перепродает их дороже, даже не представляю. Подписывайтесь на канал, всем удачи. Скоро будет обзор того, что интересного я увидел в клубе. Всем удачи, пока.